Европик Зимбру конца 90-х годов начался, пожалуй, с участия команды в Еврокубках в сезоне 1995-96 годов. В квалификационном раунде Кубка УЕФА Зимбру неожиданно проходит израильский ХПЛ, обыграв команду из Тель-Авива дома 2-0, а потом уже выстояв ничью в гостях. В 1/32 финала турнира Зубры попали на латвийский РАФ. Надо сказать, что со жребием повезло. Молдавская команда дважды обыгрывает прибалтов 1-0 и 2-1. В 1/16 финала Зимбру предстояло сыграть с чешской Спартой. Когда же начали проигрывать 4-1, они полностью раскрепостились. И вы видели, что они показали неплохой футбол. Я думаю, что если объективно, то вы все-таки будете согласны, что в Молдове есть футбол. И наша команда кое-чего стоит. Тогдашний тренер Зимбру Александр Спиридон вряд ли лукавил. Это заявление он сделал сразу же после первого гостевого матча со Спартой, которым его подопечные проиграли со счетом 4-3. Менее чем через полгода основные футболисты Спарты Павел Недвед, Карел Поборский, Петр Колба в составе сборной Чехии завоюют серебряные медали европейского чемпионата. А пока сражение с Зимбру. В начальном отрезке наши играют боязно, но во второй половине матча, когда, видимо, терять уже нечего, пошло-поехало. Все это при счете 1-4 в пользу чехов. Комбинации, стенки, забегания. Неизвестная страна, неизвестная команда, совсем еще юные футболисты, которые составляют костяк Зимбру тех лет 20-21-летний Куртьяну, Клещенко, Тестимитяну и другие. Ответный поединок через 2 недели в Кишиневе и мысль о том, что выиграть у Спарты со счетом 1-0, вполне реально. Однако мечты молдавской, задиристой и симпатичной команды разбивает Ян Колер и Роман Ванасик. Начнем с того, что в сезоне 1998 года Зимбру впервые в своей истории выигрывает кубок и чемпионат страны. Все это происходит под руководством Семена Альтмана. В финале Кубка Молдовы 1998 года Зимбру выигрывает у конструктора со счетом 1-0. Единственный гол тогда забил Валерий Катенсус. Возмужав, приобретя опыт и укрепив состав несколькими добротными футболистами, Зимбру вступает в еврокубковый сезон 1999 года с квалификационного раунда Лиги чемпионов против ирландского Сент-Патрика. Дублин, столица Ирландии. Вероятно, ирландцы и рады тому, что попали на молдавскую команду. Но радость соперников Зубров оказалась вовсе не продолжительной. Команда Семена Альтмана разбивает в гостях Сент-Патрик с удивительным счетом 5-0. В ответной встрече, уже 21 июля 99-го, Зубр повторяет достижение недельной давности, обыгрывая ирландцев с тем же счетом 5-0. 10-0 – общий счет двухматчевого противостояния и весьма радужные мысли в преддверии следующего раунда. А в следующем раунде – чемпион Грузии – «Динамо Тбилиси». 28 июля в гостях проигрываем со счетом 1-2. Ответный матч в Кишиневе проходит при переполненных трибунах. Зимбру играет вдохновенно, и кажется, что еще немного-немного и грузинов можно дожать. Пока это не получается сделать, на 24-й минуте защитник Сергей Додул открывает счет. Даже при этом результате молдавская команда проходит следующий раунд, но ощущение того, что какой-то шальной гол грузинов может разрушить мечты Зимбру, не покидают.
То, что сотворил на 90-й минуте лучший игрок «Зимбру» того периода Сергей Пуряну, повергает в настоящий экстаз болельщиков на трибунах и телезрителей у экранов. В третьем квалификационном раунде «Зимбру» встречается с голландским Эйндховеном. Дома ничья 0-0 и поражение в гостях на последних минутах отправляет «Зимбру» только в Кубок УЕФА. Там кишиневскую команду уже поджидает английский «Тоттенхэм». 16 сентября 1999 года. В гостях «Зимбру» проигрывает англичанам 0-3. Это была последняя игра «Зимбру» в Европоходе 99 года. Да, команда проиграла в гостях двумя неделями ранее англичанам. Было совершенно понятно, что пройти дальше кишиневцам будет очень и очень непросто. Равная игра, наши не создают в Кишиневе очень много голевых моментов, но мы ни на секунду не даем отдышаться Тоттенхэму. В итоге с Евроарены, Лиги Чемпионов и Кубка УЕФА 1999-2000 годов дома «Зимбру» не проигрывает никому. Тем не менее, это не позволяет на тот момент самой титулованной команде Молдовы продвинуться по турнирной лестнице. «Зимбру» в своем лучшем выступлении на европейской арене ее покидает 30 сентября 1999 года.